Часы златоустовские, в стеклянном таком корпусе с обрулением металлическим. Проверка хода идут сутки. Вот на электронных 10.55 показывает. На этих показывает тоже 10.57. Чуть-чуть вперед идут. Часы примерно где-то 60-х годов. Сзади вот так они. Механизм такой маленький. Тут вот рычажки такие интересные. Вот это справа завод. Вот этот маленький. Это перевод стрелок. Снизу вот так они выглядят. Тоже металлическая основа. Это стекло матовое. То есть, ну, пожалуй, все.